Кия, тормози! Ёб твою мать, сука! Пиздец! Собака ждет. Какая умная. Видите, пошла. По пешеходному переходу. А? Ну, марш. Едет уже 20 километров. Не видел? Все, есть регистратор. Вон сейчас, да, эти мирнинские. Да я не знаю, кто там. Один с мир. Ебать! Это Thank you.
Качество сотовой связи в Москве улучшится не ранее, чем через год. Это сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Премьер Медведев ранее раскритиковал качество мобильной связи в столице. Он отметил, что во многих удаленных регионах страны сотовые сети обеспечивают большую скорость и стабильность соединения, чем в городе. Вышки сотовых операторов в Москве могут также приравнять к объектам гражданской обороны для улучшения качества связи. До конца марта департамент подаст в Министерство связи и массовых коммуникаций ряд предложений по улучшению и модернизации технологий. Навигатор. Малов оценил дорожную ситуацию в городе Яндекс. Пробки крупные сейчас отличаются на внешней стороне. Заранее, блядь, включать надо, осёл ебучий, блядь. Да вы пингавый под жопу. Придурочный. Да. Тащите мне. Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Рыбак. Ах, ебать, блядь, дебил кусок, блядь! Да естественно. Что? Thank you.
Ёбаный в рот, блядь. Ёбаная в рот, падла! Чёрт! Сейчас, пусть не на радость, что теперь ещё.